Вот мы пришли, гуляем здесь, где вкусная травка. Я дома на территории еще колючки вручную порезала. Порядок уже на территории у меня. Снаружи трактор был покосил. На территории я бы навела порядок. Овечки подъедают, помогают. То есть справляемся потихонечку. Сегодня у нас погодка солнечная и ветерочек. Как раз ни жарко, ни холодно вообще. Так нормально, супер. Так что вот, вышли погулять. Таким удовольствием кушают. Молодцы. Это любимая их травка. Ой, так кушает, кушает. Мы там с дочками себе поддон поставили в тенечке под грушами. Одеялко постелили, подушечку там. Ну, в телефоне себе там ковыряемся, кто где. В общем, в планшетах. В блокноте пишем, что. И эти чебурашки все подошли. И тоже смотрят, что там в блокноте пишу, блин. Толкаются. Боже, так смешно, блин. Что им-то надо писать? Ой, разрядился.